Майские праздники 2020-го из-за режима ограничений впервые прошли по особому сценарию. Не было ни массовых гуляний, ни парадов. Мы узнали у химчан, как они отдыхали в первые майские дни. Мы дома сидели. Никуда не ходили? Никуда не ходили. Нельзя ходить. Карантин. Мы сейчас в магазин только сходили за продуктами. В огороде копалась с большим удовольствием. А сейчас приехала, тут кое-какие дела, и снова уедем. Так что мы на самоизоляции. У нас дача так, что мы действительно одни. Майские праздники далеко отсюда. Далеко от города, на даче, никого нету. Все пусто и спокойно. Ну, средненько, скажем так. Перед телевизором, да? Нет. Все больше в интернете. Сидели дома, нечего делать. Мыли руку, телевизор смотрели. И все. Дома вспоминала дедушку своего. Мама у меня тоже, она в тылу работала. А дед дошел до Берлина, Московскую и Сталинградские битвы. А подевала все лупой, смотрела на фотографию. Орден Ленина, орден Красного Знамени. Дома сидели, смотрели телевидение, игрались. Все дома. На даче. Все? Все.